Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну благодаря коллегам-телевизионщикам и своей печальной истории, выходит замуж. Да-да, вы не ослышались. Диану берет в жены молодой человек, которому как бы все равно, что было до него. Подробности с девичника у Марии Матвеевой. Как правило, девичник – мероприятие закрытого характера. Но только не у скандальной Дианы Шурыгиной. Чего ожидать от вечеринки? Хайпа? Разврата? Безудержного веселья? Открываем дверь сауны, и что же мы видим? Невеста в компании двух подружек релаксует в руках тайских массажисток. Кстати, а что там с каравайем? Но без огонька все же не обходится. Че вы смотрите? Пишите быстрее. Пожар! Ну подождите. Блин, ребят, ну тихо. Возгорание устранили, из узкой комнаты лишние глаза и уши выпроводили. Ну, кроме камер, конечно. Можно и посекретничать. О том, как возлюбленный Андрей Шлянин сделал предложение. Он сделал это, да, на Останкинской башне. О слухах, просочившихся в прессу. Я не беременна, просто в будущем. И вообще, в чем плюсы быть женой оператора? Он может пофоткать, поснимать. Подружки невесты в предвкушении пышной церемонии. Это пара года, и, как я считаю, Басков отдыхает. Басков отменил свадьбу специально с Лопыревой, они отменили, потому что не хотели составлять нам конкуренцию. И вот он, день Х. Родственники с обеих сторон, друзья и сам жених столпились у столичного ЗАГСа номер 4. Бракосочетание уже должно состояться, а невесты все нет и нет. Атмосфера напряженная. Папа девочки скандала к диалогу не готов. Да пожалуйста, нет. Я вас прошу, уйдите, просто да по-хорошему уйдите. Будущий муж тоже в переживаниях. Когда приедет возлюбленная? И главное, как пройдет знакомство родителей молодых. У нас вообще тут подготовка была просто за месяц, поэтому даже некогда было познакомить их. Не проходит и часа. Белоснежный лимузин наконец подъезжает к крыльцу. Опоздавшую невесту выводят из машины, словно голливудскую знаменитость. Быстро и с охраной. Внутрь журналистов не пускают. Не трогайте, ничего делайте. А вот они это сделали. Это мы про молодоженов. Господин Шлянин выносит на руках госпожу Шлянину. Горько. 4, 5, 2. Диана, покажи нам колечко свое. Красиво, вы счастливы, наконец? Конечно, мы очень. Да, я счастлива, мы счастливы. Медовый месяц уже продумали, куда поедем? Еще нет. Планируем? Еще нет. Вот вам и первая ссора новой ячейки общества. Но по поводу локации проведения застолья мнения парочки не расходятся. Ребята отправляются в пафосный ресторан в Южном Бутове. Мария Матвеева, София Коломиец, Влад Шумахер и Борис Уржумов. Программа «В теме».